участники краевого летнего пленэра, организаторы и координаторы проекта и дорогие наши гости. Мы приветствуем всех на заключительном мероприятии программы краевого летнего пленэра учебной практики для учащихся художественных школ края и студентов Красноярского художественного училища техникума имени Сурикова, которое уже второй год реализуется на базе историко-этнографического музея-заповедника поселка Шушенское. Основная тематическая направленность программы пленэра с акцентом на изучение памятников сельской архитектуры, построек старинного сибирского села рубежа 19-20 веков, интерьера крестьянских домов, предмета быта и определила тему выставки «История материальной культуры сибирского села на рубеже 19-20 веков глазами молодых художников». Краевой летний пленэр – это одно из самых значимых мероприятий в системе поддержки талантливых и перспективных юных художников, сложившейся у нас в крае. В решении задачи сохранения и развития традиций академического художественного образования. Сегодня на открытии выставки присутствует и обращается к вам с приветствием представитель учредителя выставки Министерства культуры Красноярского края, начальник отдела кадровой политики Министерства культуры Владимирова Галина Михайловна. Вам слово, Галина Михайловна. Здравствуйте, уважаемые участники выставки, все приглашенные педагоги. От имени министра культуры Красноярского края Елены Галантин-Пасенковой открывается таким ярким событием, как выставка детских работ и студенческих работ. Уникальное мероприятие, которое уже вошло в традицию, я надеюсь, будет продолжаться, как вот пленэр, который собрал таких талантливых, таких ярких детей, потому что каждая картина, на которую смотришь, она живая. Все это здорово. Я желаю участникам этого пленэра и вообще всем художникам юным, те, кто в училище, найти достойную работу, а те, кто художественной школе, продолжить свое обучение, потому что вот это радует глаз. Вот ради этого стоит жить. Спасибо всем большое и большой привет от Министерства культуры всем. Советник губернатора Геннадий Ильич Рукша тоже должен был быть на этом мероприятии. Я думаю, что если он успеет, он все-таки сюда подъедет и тоже скажет вам свое доброе слово. Объединение в одной группе двух звеньев профессионального образования и дополнительного, как начальной ступени системы художественного образования в области культуры и искусства, позволило в очередной раз просмотреть преемственность методик преподавания изобразительного искусства, выявить положительный опыт взаимодействия двух ступеней профессионального образования в Красноярском крае. В этом году расширилась география участников пленэра. Это не только художественное училище и детская художественная школа имени Сурикова, но и детские художественные школы города Дивногорска, поселка Шушенская, детская художественная школа номер 2 города Красноярска. Более 200 работ они подарили нам, лучшие из которых представлены на этой выставке. Место проведения пленэра «Новая деревня» позволило детям буквально вжиться в историческую среду, почувствовать дух России. Экскурсии за пределы новой деревни в окрестности поселка позволили отобразить в работах красоту сибирской природы. А интересные знакомства с мастерами, владеющими секретами изготовления предметов хозяйства и быта крестьянской семьи, старорусскими обрядами, песнями, проводившимися в новой деревне, позволили участникам пленэра познакомиться не только с бытом, но и с песенной и обрядовой культурой старой русской деревни. И не случайно сегодня нас всех приветствует детский фольклорный коллектив музыкальной школы номер 1 города Красноярска во главе со своим руководителем Оксаной Васильевной Савинцевой. Они еще очень юны, но уже, как вы убедились, многое знают и умеют. Встречаем! Благослови нас Бог, да на Новый год тауси, как у месяца золотые рога, тауси. учащиеся старейшей в крае детской художественной школы имени Сурикова города Красноярска Полина Мажайко, Светлана Бурлакова, Динара Соловьева, Алина Трошкина и Анна Бавсуновская. Под ваши бурные аплодисменты. Приглашаются учащиеся детской художественной школы номер 2 города Красноярска Диана Рольянова, Анастасия Лудищева, Елизавета Родионова, Юлия Смычкова и Александра Евдокимова. Приветствуем наших дорогих участников. Детская художественная школа имени Шепелевича города Дивногорска. Мы приглашаем Ирину Савину, Анну Папсуйко, Дарью Карнаухову, Анастасию Папунину и Яну Красенко. Фотосессия же у нас, фотосессия. Вы поверните, чтобы вас запечатлеть могли таких счастливых и довольных. Под ваши бурные аплодисменты. И Красноярское художественное училище техникум имени Сурикова. Приглашаются Ольга Сидун, Алена Савельева, Келли Широкова, Эллада Каренина и Юлия Иванова. Приветствую, дорогие друзья! Ваши поздравления! Молодцы! Я вчерашний вечер помню, проводил милый гармонию. Кнари, кари, кари, грида, 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 гридила. Под гармошку дай под это. Я страдаю. Зависит от профессионализма преподавателей, которые во время проведения пленэра были рядом с ними. И я приглашаю на сцену, импровизированную нашу, для вручения благодарственных писем преподавателей Швамбарыны Наталью Владимировну, Федорову Елену Борисовну, Циханович Юлию Владимировну, Ефремову Наталью Викторовну. Наше вам поздравление и благодарность за вашу работу. Дивногорская художественная школа имени Шпилевича благодарит Министерство культуры Красноярского края, научно-методический отдел за вот такое приглашение, например. То есть мы первый раз, это для нас был первый опыт такой серьезной, большой работы. Вот. Самое большое и интересное с пленэра, это, пожалуй, мы поработали в творческой команде, побывали рядом с нашими старшими наставниками при Красноярском художественном училище. То есть ребятам было очень интересно наблюдать, как работают настоящие студенты уже. Вот. Ну и самое ценное с этого пленэра, мы привезли богатый материал, на основе которого мы делаем композицию. Дорогой, уважаемый, не заслуживаю, и поэтому ни в кокетстве не надо. Я просто хочу сказать, во-первых, о том, что появляется традиция в изобразительном искусстве, как и в любой культурной практике, традиция является основой развития и движения вперед. И дело заключается в том, когда в течение 10 дней 2 выставки художественных учебных заведений открываются, потому что на Мир-12 идет огромный интересный проект, который посвящен Сурикову, 3 учебных заведения выставляются. Это уже хорошо, я сегодня смотрел каталог, и это совершенно замечательно. А пленэр это тоже все совершенно как бы новое. Я только могу судить, потому что изначально знаю, как это все рождалось, но, во-первых, мы должны точно понимать, что это в рамках проекта губернатора и законодательного собрания края «Одаренные дети». И он в этом году закончился, в том году, а в этом году это уникальная ситуация, его продлили еще на 3 года. Я думаю, что есть такая возможность, чтобы другие школы тоже принимали в нем участие. Пользу я видел, как работают дети, не студенты, от погружения такого не виртуальное, в реальную атмосферу, правда, чуточку модифицированную, современную, она дает все равно для глаза восприятие совершенно как бы иной взгляд. И то, что первое вот видно, я, к сожалению, опоздал билет на 17:30, это он пришел-то вовремя, дает ощущение, что это все-таки есть абсолютно новый уже подход, видимо, выработается методика проведения этого пленэра, и будет это все совершенно замечательно. Я хочу пожелать педагогам и всем учащимся вот радости, самое главное, в творческом общении коллективном, который пленэр решает, естественно, погружение в атмосферу нашего края, которая сделана в Шушенском, и вы ее совершенно замечательно отображаете. Всем успеха и творчества в следующую. И в надежде встретиться в августе месяце. Так же, Галина Михайловна? В августе, нет, я говорю, просто точно в августе встретиться, потому что закончится в Шушенский фестиваль, закончится фестиваль Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы все вместе все увидимся. Всем успеха на Шушенской земле. Лучшие пускай там выступают. Спасибо. Бережное, внимательное отношение преподавателей к каждому участнику пленэра, позитивная оценка его творчества, мастерства создавали атмосферу творческого сотрудничества и вдохновения во время работы на пленэре. Оптимистично сегодня перспектива развития проекта краевого летнего пленэра, получившего дальнейшую поддержку Министерства культуры Красноярского края. Поэтому мы ждем лучших учащихся детских школ искусств и Красноярского художественного училища на пленэре 2014. Ну а сейчас мы приглашаем еще раз всех собравшихся в этих залах пройти по выставке. До встречи! До следующей итоговой выставки по результатам пленэра 2014 в 2015 году. До свидания! До новых встреч!